Анна Пландина. Сыну почти 20 лет. Хороший, добрый, отзывчивый мальчик. Заканчивает техникум с красным дипломом. Не дурак. Покрасил волосы, выщипывает брови, брил ноги. В мужском теле у него живет девушка. У меня была истерика и шок. Через неделю он едет в Москву на комиссию, чтобы дали заключение на смену документов. Сейчас он пьет гормоны, превращается в девушку. Я очень много смотрела, слушала разных специалистов. Все говорят, это не психическое заболевание, а факт того, что в физическом теле живет душа противоположного пола. Я очень переживаю за будущее сына. Я хочу вам уверенно сказать, что не нужно разрушать его судьбу. Дело в том, что никакая душа там не живет. Сейчас уже доказано, что у, есть такие люди, у которых есть сбой генетический, э, и в этом генетическом сбое участвуют гормональные. Гормоны, вернее, участвует в формировании сознания и так далее. И мучить этих людей не стоит. Дело в том, что есть очень много людей, которые являются, ну у которых были подобные ситуации. И, как правило, это люди очень талантливые. Это, допустим, Сергей Пенкин, это Ивсен Лоран последователь или один из представителей Диор или компании Dior который в дальнейшем был художником и создал свою марку. Ну и огромное количество таких представителей. Знаете, они чувствуют себя более женственными, они чувствуют себя женщиной. Не ломайте его судьбу. Если ему не разрешить это делать и начать на него влиять, то такой человек может закончить жизнь самоубийством. Наоборот, примите это. Видимо, это для вас школа, для него школа. Не боритесь за него. Ничего в этом страшного нет. В вашем случае это хорошо. Вы будете еще за него гордиться, не переживайте. Вы как мать, у которой нет выбора, поддержите его. Скажите, я тебя люблю, поэтому я поддержу абсолютно любое твое намерение. Главное, не принимай наркотики. Хочешь быть счастливым, и тебе это необходимо для твоего счастья, я тебя поддержу двумя руками. Это твой выбор.